Всем привет! Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть. Кого? Make and Break. А что это? Сейчас я вам все расскажу. Эта игра похожа на игру Тетрис, но не совсем так. Мы будем строить на очки и на время. Кто правильнее и быстрее всех построит? Все Короче, готовы? У нас сегодня будет челлендж в реальной жизни Тетрис. Илана, любишь строить башни? О, я вижу, тут много карточек есть, посмотри. Итак, у нас есть тарахтелка и у нас есть вот такие карточки. И еще есть кубик. Рыбик. А еще есть... Кубики. Я подготовила и взяла специально доску с маркером для того, чтобы записывать очки. А еще есть камера, есть... Еще. В общем, погнали! Игру начинает младший игрок. У каждого игрока, у нас у всех, будет по 4 раунда. Циферка, которая выпадает, ставится здесь на таймере. За то время, когда он таймер пройдет, ты должна построить максимальное количество карточек. Взяла, построила. Только таймер остановился, все. Заканчиваем стройку и складываем количество циферок на этих карточках. Я буду все записывать, фиксировать, и мы узнаем, кто через 4 раунда наберет больше количества очков. Что-то 4 многовато, мне кажется. Ну, просто по правилам 4, давайте 3 сделаем. Нас 3, много, да. Поэтому да. Можно сделать 3. Так. Кидаешь. Меньше. У Миланы вот циферка 3, а карточка какая? Вот такая вот карточка. Она должна это построить, да? Она должна... Ты можешь пока постоять, посмотреть. Я таймер завожу. Сначала я нажимаю стоп. Раз, два... Три! Готово! Погнали строить! Так. Давай. Картинка вот такая, а строит она почти. Есть! Все, берем следующую карточку, Милана. Строй, вот следующая карточка. Да. Конечно, чем больше карточек, тем больше у тебя шансов выиграть. Так, время идет. Сюда сдвигай. Есть? Считаем. Засчитано? Есть. Да. Засчитано. Давай. Третья. Третья вот такая. Офигеть. Посмотрите, что следующее. Так, Милана в процессе. Милана вся прямо такая. Сосредоточена, девочка моя. Ты, засчитано. Умница. Есть. Итак. Ты 3 фигурки собрала. Давай 5. Милана собрала 3 карточки. На каждой карточке цифра 2. 6 очков. Милана, мы тебе пишем за раунд. А, вот как еще оказывается. Очки ну, Милане повезло то, что ей попалась цифра 3. Да? Да. Вот это повезло, да, конечно. Да. Ну что, друзья, давайте за маму. Вы пишите в комментариях, кто победит из нас обязательно. Кто честно играет. 1! Боже мой! Ну хорошо, заводим таймер. Стоп. И на единичку. У меня такая классная карточка. Легкая такая. Но и заметьте, тут очко одно только. Да, если даже ты ее построишь, одно очко. Это один. Раз, два, три. Погнали. Так. Ничего себе, все засчитано, да, все построила. Можешь следующий. А, капец, что такое? Ладно, все засчитано. Есть. Что такое? Да ну, что у тебя одни единички попадаются? Вообще, блин, у меня сегодня день единичек. Оранжевый. Засчитано. Нет, но я это не успею построить. Вот это капец, маме надо построить. Так. Коричневый. Сейчас. Есть, я построила. Построила? Засчитано. Да. Так, следующий. Все. Так, считаем количество номерков. 1, 2, 3, 4, 5. 5. А теперь пришла моя очередь, друзья мои. Давайте поболеем за папу. Пишите в комментариях. Папа. 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 Эй, вот так лайк. Вот. Папа. Папа. Вот так правильно. Нет. Вот так. Милана. Ладно. Так, кидай папа кубик. Так, я кидаю кубик. Да ну как так, папа? Бери карточку. Давай я возьму карточку. Короче, у меня попалась вот такая штучка. Нереально сложная. Вообще, очень дико сложная. Папа строит. Готов. Все, быстрее бери следующую карточку. Да ну что это? Боже ты мой. 1, есть, защита. Бери следующую быстрее. Да ну как так? Ну почему одни штучки попадаются? Прибаучки. Слушайте, ну я все прям мешала так хорошо. Есть. Засчитано. Третий будет. Ой, четвертый, простите. Да ну. А это из другого цвета. Да. Ага, давай. Ага. Так. Сейчас, она, кстати, подожди. Не такая уж легкая. Две. Есть.
Есть! Папа, засчитаем! Папа, ровно в последнюю секунду. Капец, вот это тяжеляк. Давайте считать. Итак, давайте считать циферки. Получается 3 единички и 3. 5. Так же, как у меня. 5. Итак, первый раунд завершен, переходим ко второму раунду. Сейчас будет что-то уже интересненькое. А, Милан, твоя очередь. 3-3-3-3-3. 1! Ну, Милан, и попалась 1. Только ну 4. Вот. Так, единичка есть. 1, 2, 3, погнали. Торопись, девочка моя, засчитана, есть. Бери дальше. Следующий. Вот это уже посложнее будет. Так. Это она строила. Да? И я строила. Ты строила. Есть время. Засчитано. Давай, 5. Это ты построила. Давай, 5. У Миланы 3. Кто сейчас, мама? Мама. Кидай. 3! Хотя что я радуюсь. Ой, душа. 3. Погнали! О боже. Ну это легкотня. А что, о боже-то? Легкотня. Засчитано. 1. Берем следующий. Да что это за легкотня тоже. Это понимаешь, почему? Засчитано. Потому что ты время твое тратишь. Вот это уже посложнее будет. 2 очка надо заработать. Так. Получается. Ага. Так. Да, засчитано, окей. Опять 1 у мамы и опять легкая. Легкое. Вот такая легкая. Засчитано, бери следующий. Да ну, что у тебя-то? Давай уже, робот, хорош там. Засчитано, ладно. Что там? А, нет! Такое невозможно сделать. Будь себе 3 очка сразу дает эта штука. Да я даже начать не успела. Давайте считать, что там у мамы. 1, 1, 1, 1, 1. 4. Еще 1, 5, и тут 6, 7. Двойка, 6, 7. 7 очков мама заработала, построила 1, 2, 3, 4, 5, 6 башен. А, давайте я пока брошу кубик, Рубик. Пожалуйста, 3-ку давай. Да ну тебя! Давай еще раз. Да ну, он не хочет, я его 3 раза брошу. 3 раза единица, давай уже единица. Ну никак не получается. 1, 2, 3. Так, подожди, я же еще не посмотрел. Давай. Стоп. Как нельзя? Ну ладно. Ты же взрослый мальчик. Вот у меня такая же попалась, я даже не показал зрителям, что у меня попалось. И тут 3 очка. Очень нажимайте, сложно. Нажимайте, ладно. Единичка. Легкотня. Ну как легкотня? Она понимаю. Как бы легкая, просто она долгая. Да, она долгая. Она... Пап, есть! Нет, пожалуйста, прошу, не надо, не делай это. Нет, вообще это невозможно сделать. Как построить, я не падаю. Ставь еще одну, придерживай, еще одну ставь. Да ну. У меня попалось 2 карточки с 3 очками, а они супер сложные. Одну успел построить, вторую. Итак, последний раунд. Сейчас у нас решающий. Кто-то будет победителем. Раунд 3, друзья мои. 2. Это неплохо. Уже, это уже лучше, это чем единичка. Двоечка попалась у Миланы. 1, 2, 3. Все 3, девочка моя. Любые можно, да, любые. Одно очко. Эй, давай заново. Нет, да ладно, посчитаем, она сама уронила специально. Ты не роняй раньше времени, надо, чтобы хотя бы пару секунд постояла. Ну, конечно. Так. Есть, засчитано. Следующую. Ой, это простая, давай быстренько, ты ее успеешь сделать. Нет, наоборот. Что ты, смотри же. Так. Слушай, мне нравится эта игра, она такая клевая. Желтая. Есть! И давай еще! Еще можно, попробуй! О, тем более это легкое, давай, любые! Так. Последние. Все, сделано. Молодец, классно у тебя получилось. Милана смогла сделать аж 4 карточки, у тебя 5 очков. Получается, ну у нее что легко, все практически белые попадались, и можно было любой цвет использовать, только вот это 1. Итак, мама, теперь твоя очередь. Кидай. 2. Двойка это даже неплохо. Ну пробуй, что там у тебя. Итак. А, вот такая карта у мамы. Строит она. Так. И оранжевый сверху. Засчитано, окей, 1 очко.
Лучше не ладно, пусть мама будет. Себе! Посмотрите, посмотрите, что надо. Посмотрите, что надо построить. Но это можно любым абсолютно цветом. Ты можешь это сделать. Давай же, время идет твое. Так. И остается практически один штрих. Есть! Защита на 3 очка. Идем дальше. Бери любую карточку. А, не берется. Что-то тоже, что-то такое довольно-таки сложное. Но можно любыми, любыми. Ой-ой-ой, капец. Не дышите. Так, есть, засчитано. Хорошо. Есть там еще? Следующая карточка. Я еще давай. Могу сделать что-нибудь. Нет, это не делаю. Воу-воу-воу, я такую строил, точно такую же я строил. Она, да, она очень тяжелая, можно успеть, а можно не успеть. Да ладно! Да капец! Подожди, давайте посмотрим. Цвета правильно расставлены? А, 4 у меня было? Да, 4. У тебя раз, 6, 7, 8, 9 очков ты тут зарабатываешь. Ну вот, как ты так, мама, Милане не поддалась даже. Все по-честному, Милана уже большая, и она классно строит, поэтому поддаваться тут не имеет смысла. Ну что, теперь пришло время папы. Пришло время папы, поэтому начинаю я. Давайте я сначала кубик-рубик кину, и у меня попадется двоечка у меня попалась. Раз, два, три, погнали! Папа строит абсолютно любыми. Да, я абсолютно любыми строю. Ну смотри, она должна устоять. Я понял. Есть. Давай. А, так, ага. Ага, это посложнее. Это абсолютно любыми тоже, зато можно строить. Вот да. В этом плюс. Но то, что она серая. Есть. Так, папа уже опять тоже любыми начинает. Можно, ну капец тут. Вот это карточка у папы. Ага, вообще. Смотрите. Посмотри, Милана, какая у папы карточка, совсем сложная. Так, блин, так. Заканчивается. 0-0-0-0-0. Есть. Все? Да. Ну, вряд ли ты успеешь, так. Но попробуй. Если... А, ну вот такое можно, вот такое вот, вот такое можно успеть. Есть, защита. Есть. Все. Все, да. Итак, сколько карточек? У меня 4, 5, 6, 7, 8. 8 очков. 8 очков. Я 4 карточки успел построить. Считаем. Папа 16. У меня 16. 9, 14 у Миланы. А у мамы сколько? 12, 21, да, по-моему? Мама давно в школу не ходила. А пишите, давно ли вы ходили в школу? Или, может быть, у вас сейчас каникулы? Так и что получается, кто у нас победитель? Ну, у меня 21, а у папы 16, у Милана 14. Причем Милана стойко лидировала на первых порах, а потом как-то вот... Милана, ну у я... У меня просто девятка последняя была очень крутая. Ну, я не знаю, мне кажется, мама нечестно играла, наверное, поэтому ей надо... Чего это нечестно? Ее надо отобрать очков побольше и поделить нам пополам с Миланой. Что, так и делаем, да, друзья? Пишите в комментариях, сделать ли нам так или нет. Ни в коем случае не вздумайте. Что за галочка, за колючка? Так, что мы папе сделаем? Тоже крестик. В итоге у нас один победитель, только Милана. Все вот, понятно. Папа вообще ноль. Вообще ноль. Вот так в нашей семье все решается. А точнее, все решает эта девочка. Друзья, ну что, обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам этот челлендж. Мне кажется, он был очень клевый. Мне тоже понравилось. Обязательно поиграйте в него. И ставьте лайк этому видео. И подписывайтесь на наш канал. Просто нажимайте красненькую кнопочку. Вы всегда будете смотреть видео наши самые первые. А еще подписывайтесь на наш инстаграм. Там самые-самые наши новые свежие фотографии. И там еще видео есть тоже. Да, мы будем снимать сторис очень много. Всем удачи, всем пока-пока! Смотри, что я сделала. Ну, взяла все очки, стерла и себе только оставила. Все по-честному.